Как продвигается реализация совместного проекта «Чувашии и Китай», обсуждал председатель Кабинета министров республики Иван Моторин на встрече с делегацией провинции Сычуань из Поднебесной. В Чувашии запланированы два инвестиционных проекта с Китаем. Совместное предприятие по производству химической продукции и агропарк «Чувашия-Сычуань». Обе стороны на встрече выразили заинтересованность в реализации этих проектов. Нас очень интересует, когда этот проект будет осуществлять. Любой сельскохозяйственный проект невозможен без земли. Мы должны определиться по объему земельных ресурсов, которые необходимы для реализации этого проекта. И данную информацию мы ждем в первую очередь от китайской стороны. Премьер-министр подчеркнул, что в республике сформирован перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены для реализации проекта. Китайские партнеры должны предоставить правительству Чувашии подробную информацию о том, какой вид сельхозпроизводства будет вестись на наших землях и какие технологии будут использоваться в агропарке. Гости из Поднебесной также рассказали о новых проектах и сотрудничестве в культурной и образовательной сферах.